чашек, несмотря на угрозу вечных мук, бросает кости. Да, да! Мы проиграли! О, черт! Видел бы ты сейчас свое лицо! Выглядишь, как будто это было худшее, что с тобой произошло! Ты вообще понимаешь, что ты натворил? Очевидно, да. Именно такой реакции я и хотел, так что... Мы будем гореть в аду целую вечность! Да, но ты тоже будешь гореть в аду вечно! Ты дебил! Эй! Не бей моих рабов! Дьявол, пожалуйста, дай нам второй шанс! Хоть что-нибудь, чтобы вернуть наши души! Пожалуйста, что угодно! Кружек, прояви гордость! Ты! Дьявол владеет твоей душой? Да, все именно так. В основном я работаю в казино. Часовая плата неплохая. У меня сыпь, и не знаю, зачем я это сказал.